какой же город самый лучший на земле? Спросили как-то дети педагога. Ответ на это, думается, известен одному лишь только Богу. Позвольте возразить, вмешался ученик. Мне кажется, наш город самый лучший. Мы с папой часто ходим на пикник, устраиваясь в парке среди сучьев. А мы недавно с папой ходили на завод и видели, как делают железо. А дедушка сказал, что был в том веке взвод, и этот взвод ушел тем летом сам. А знаете, ребята, вы все до одного здесь правы. И вот что я скажу. Мы с вами жители селения своего, и лучше города я вам не покажу.